Умаю. Так, сегодня мы играем в игру «Что же я рисую?». Итак, нажимаем play. Ага, отлично, нажали. Для начала мы рисуем глаза. Да, нет, не так, да, вот такие. Потом мы рисуем рот, так, да, вот такой вот, да, хорошо пойдет. Хотя нет, не пойдет, вот стрим, да, вот теперь вот так вот. Дальше мы, конечно же, нарисуем наше туловище, рисуем голову и плечи. Так, дальше мы рисуем чудесные волосы. Шикарные волосы, длинные. Вот такие. Отлично, дальше мы нажимаем дальше. А пока у нас загружается отдел с аксессуарами, вы должны написать в комментариях, что же это такое. В конце мы посмотрим, что же это за предмет. Или, может быть, животные. И еще мы должны это все раскрасить. Вы же этого не забыли? Ну, поехали. Так, сейчас я выберу аксессуар, то есть нарисую. А вы в конце отгадайте, кого я нарисовала. Плюс еще и раскрашу сразу. Пока! Так, это еще не дорисованная картина, но давайте же сейчас я вам покажу ее. Так вот, она появилась на экране, давайте вот думайте, что же это в конце. Пока вы будете думать, я дорисую, покажу вам конечный результат. Итак, я думаю, в комментариях вы уже написали. Ну что же, сейчас я вам показываю конечный результат картины и показываю, кто же это. Ну, говорю. Итак, это у нас летучая мышь. А вот и что у нас получилось в итоге в картине. Итак, вот что у нас в итоге получилось. А если хотите вторую часть, пусть под этим видео наберется 9 лайков. Hold up. No, I ain't too flawless, and no, I ain't the best, and no, I don't say sorry, and no, I ain't perfect, but I am the man. I am the man. Shots fired.